здрасте. Спасибо, что пришли. Я много не буду говорить. У нас названия сложные. Поэтому просто будем играть. Да, сложный, я армянский. Просто наслаждайтесь и получайте удовольствие. Спасибо. Следующая песня просто «Сюит номер 3». Oh,
Thank you.
Что можно подпевать мне, вот, ребятам. Про любовь, про то, что куда-то ездит, хочет стать любимой, любимому человеку и так далее. Thank you.
еще по-русски. Дуло — это армянский инструмент, деревянный духовой, похож на флейту. И, в принципе, звук тоже похож, а только народный такой. Очень красивый инструмент. Вот эта вещь посвящается блузу, называется блузы корт. Thank you.
Спасибо большое. Питер Римсин. Ударные инструменты. Антон Гаркунов. Бейс. Даниэль Федоров. Тенор. Тенор саксофон. Айк Григорян. Трамбер. Великолепная Сиянович. Вокал. Спасибо, мы 15 минут отдохнем и вернемся. Не уходите. Будет все интересное впереди. Ману Казарян. Thank you.
Thank you.
Спасибо большое. Спасибо. Ударные инструменты. И эти ищи. Бейс. Артем Гаркунов. Тенор, сопрано, саксофон. Даниэль Федоров. Айк Григорян, трампет. Сириануш, вокал. И клавишные инструменты, маму. Спасибо! Новой песни нету, мы решили просто повторить еще одну песню. Который про инструмент, деревянный духовой, похожий на флейту. Блюр по-армянски, по-русски или как? Это народный армянский инструмент. Thank you.
Mm-hmm.